Так, Карамышев снова, хорошо. Карамышев, посмотрим, так, пошла, вас там понравилось, да? Да? Не помню. Мы встретили еще кого-то. Да, да, вроде хор было неплохо. Карамышев. Так, в Рейнбоу они играют. Не играл. Открыл. Не, Сидор. Сидор. Пок. А что ты так рад, что мы играли 30 число? Ну, надо подготовить организм, все-таки человек уже 80 лет. Если так вот сразу начать бухать. 23.15.07. Я так понимаю, ты про то, как слои накладывать? Да, да, да. В каком порядке? Ну, год обсуждают. И что именно? Снизу, селедка посередине, и если я любишь сверху, шубу вкусную. И майонезом между слоями. А морковка? А, так, я морковка. Не люблю. А ты не кладешь ее, да? Я не кладу ее. Он ее не кладет, он ее презрительно швыряет. Знаешь, я на свету... Въебала клиентам! Посетителям ресторана! Не угадал. Там в окне, в окне. Налево ушла. Направо. А, повалили, повалили, ебашки, ебашки, ебашки. Повалил, ебашки. Нет! Да добивайте ее, блядь, придурки, она же встанет сейчас. Да я, да. Сука. Начали эту хуйню свою разбрасывать. Ну, нормально. Саня, Саня нам побыл модификатором сложности. Да, Саня? Да. Сидор же это. Точно был Сидор. Саня един с Сидором. Сосаня? Угу. Сосаня. Саня разговаривает не ртом. Тот, кто разговаривает ртом, позабыл имя своего отца, а Саня разговаривает с Сидором. Слышь ты, я имя твоей мамки помню, и я это пойду отолью. Так это связано? Инфекция мочевых путей или что? Что за счет такой? Не знаю. Слушайте, а Тиндер для геев есть? Да. Вперед! Страдно, не с первого ответил. Там, когда заходишь, начинает играть браузер песню You Spin Me Round. Там начинает играть пузык из голубой устрицы. Не нравится песня, да? Не нравится сайт 2 музыка. Он слышал, потому что там все тот же саундтрек из голубой устрицы. О, блин, а кто вот эти вот мерзкие звуки издает, как будто это, не знаю, какого-то кран не смазан, блин. Наверное, мое кресло скрипит. Сык, слышишь? Вот такие или? Да. А, это у меня кресло скрипит, 2-3 тысячи. А у вас нету фобии, что когда-нибудь ваше кресло, вот эта вот помпа из него, она пробьет сидушку и в сраку вам возьмет? Да, я про это слышал, страшно. Не смешно. Я знаю, поэтому у меня есть эта фобия. Я думаю, не нужно. Я дико этого боюсь. Я думаю, это херня. Я за собой замечаю, что я порой, когда сижу, знаешь, закинув ноги на стол, я такой, блядь, да, надо сдвинуться немножко, чтобы, если что, в копчик, а не прям в очко прилетел. Лучше бы сказать позвоночник портить, да? Ну, действительно. О, респираторчик портить. Что у нас, плюсовая температура, Андрей? Да, у меня пару дней назад, а именно позавчера было минус 36, ощущается как минус 41. А тут, блядь, плюс до сих пор снег не выпал. Пиздец, вам везет, я ебал вас. Что опять за вспышка агрессии на ровном месте? Контролируй все свой снег. Типа, говорят не спасибо, я ебал вас, сударыня. Там по Серову все ходят в шляпах и такие козырьков, так, ебал вас, ебал вас. Серовяне, а вы серовцы или серовяне? Я не знаю. Серовчане. Ну ты идентифицируешь себя как серовец или как серовянин? Я ебал тебя. Как называются жители города Серов? Серов. Лузеры! Серовчане. Серовцы. Не, серовчане. Думаешь? Да. Там Андрей надо полагать сзади был, да? Оп! Сзади. Доигрался. Сай, кто такой Диоген? Кто? Диоген такой. Я думал, Диоген — это чувак, который жил в бочке, великий философ. Дохуя. Ну, как ты сказал? Диген, говорит. Философ, не? Не, до этого. Имя надо. Диоген. Бочки жил, я имею в виду. Имя. Диоген. Откуда ты знаешь это имя? А, вот это что было, ну, концентрация. Стримы с Song Request невозможно смотреть везде, это ебучая монета, блин. Ведьмаку заплатите! На всех возможных языках. Ебучая чеканная.
Ебучий. Ведьмаку заплатите ебучий. Все, сейчас понеслось, понятно. Ебучий монет. 20-й год же. Тренд. Чеканной монетой. Чеканной монетой. У-у-у-у. А не то он вас отпиздит. Отпиздит ногами. Ведь похуй ему. Как вам песня? Зашибись. Сидр классно поет. Ты прям чувашский лютик. А как будет по-чувашски лютик? Сейчас кусты. В смысле? Ты что, не знаешь чувашской грамоты? Нет. В школе нас не обучали. Саня знает только, как по-чувашски не холодно, не жарко. Да. Как? Прохладно. Логично. Хорошо, они одновременно прям сказали. Блять, это 5 лет назад говорил. Хули ты ржёшь сейчас, блять, а? Я не слышал такой херни. Это же, кстати. Выдержанная шутка. Не, Денис, ты не слышал такого. Я тоже. Откуда-то знаю. Может, я просто забыл уже. Что? Вы, кстати, знали, что у Хазара правящая верхушка были евреи? Кто такой Хазар? Хазары. Да. Хазары? Это жители Хазарии? Да. Блять, что такое Хазария? Ну, загуглили. Страна. Ебанат. Хазария. Прогуглил, ебанат. Саня выбрал хорошую учительную историю. Мне, кстати, предлагали как-то заменять учительницу по истории. Ого. Где, в стрип-клубе? Нет. Прикинь, а если бы тебя попросили учительницу по музыке заменить, ты бы охеренно мог петь песни про Ведьмака и чеканную монету. Саня же сам Ведьмак. Он постоянно прибухивает что-то из бутылочек. Запусти игру, блядь. Не мори с хуев. Только рожая, женщина может испытать муки, схожие с теми, которые испытывает Денис, когда надо. Я с тобой в благородство играть не буду. Ой, это враг, господи, боже ты мой! Он по мне ни разу не попал. Он мой уже? Лол, вот дурында. Люль. А есть же у Амару дробовик второй. Да. Да. Вспомогательный. Саняк что-то взял СМГ и эту и пулемет зачем-то. Да он пьяный просто. Раньше я с дробовиком бегал, а потом взял пулемет. А за это СМГ забыл. Смотрели, когда в тюрьмы там забивали, да, они? Либо другой какой-то чувак. По-моему, Quantum Game мы смотрели, когда GTA, они на машинках ездили. А вот Денис Карамышев, это когда они с тюрьмы с да чуваком нахрен, сбегали. Эти долбоебы, блин, тошные. Нахуй я вообще тут сижу, блядь, я с ним играю. Молодость свою трачу, блядь. Лучше бы на Destiny не потратил. Александр, ты чё? Молодость уже давно позади, не переживай. Честно, как ему нормально видится через эту плачевицу? Чё это, сука, под ним в голове? Там сеточка, смотри, марлечка. Так дырок для глаз нету. Нормально. Какого праздника? Да вообще, блин. Не считалось. Бля, как это было не вовремя. А в коридоре был противник. Ой, бля, тут еще один, сука! Я видел. Пиздец, еще и третий прибежал, ёб твою мать. Блядь. Ёбок тошный, а. Блядь. Такое вообще. Катгандон тоже прыгнул, ёб твою мать, а. Отмороженные ёбки, а. Никакого инстинкта самосохранения. 31 число они, бля, сиш играют, долбоёбы, сука. Я где-то слышал было это, что типа мужик какой-то себе яйца прибил к мостовой. А, я тоже про это слышал. Это перформанс? Это художник. Это был перформанс, да. Это в России было. Там самый прикол в том, что он сначала себе рост зашил, и этот гоблин у себя на тупичке говорит: ну ты, сука, возьми еще все это, яйца прибей к табуретке, короче, как это, на зоне делают. И он, сука, взял через несколько месяцев себе яйца прибил к... Только не к табуретке, а к брусчатке. Красной площади, блядь. Врагов достали. Да, это все. А зачем на зоне яйца прибивают к табуретке? Ну, знак протеста, типа. А, себе? Я думал, петухам прибивают каким-нибудь. Не-не-не. Знак протеста против чего? Против мужских гениталий? Да. Я, короче, запрыгиваю на третий этаж, убиваю чувака, меня Кавери роняет. И оно настолько ссыкло, что у нас, блин, через 5 секунд после начала раунда побоялась меня допросить. Она еще и косая, Андрей.
Не только циклон. Да просто мента надо было его сразу отодрать, типа, так, потом такие, а мы не видели, что он... Нет, нет, это... Ну, с тобой. А потом, а мы не видели, что он прибитый был. Пускай бы он собирал свои яйца, бля, по Красной площади уебок. А почему тебе, почему тебя это так задевает, эта история? Чё он тебе плохо сделал? Долбоёб, потому что человек, блядь, ну как к таким относиться? Да потому что Саня хотел сам это сделать, выделиться, а в итоге какой-то мудак, который сделал за него. Саня уже гвоздь заносил, и тут по радио, блядь, из ближайшей кафешки до него донеслись новости. Хорошее завершение вечера. Да, отлично. Все, давайте, покидала. Доброй ночи. Чё? Поиграли, поболтали, всё. Как будто вырезка со стрима, да? Да. Хуже. Так он же сам себе вырезает, они походу... Да, ну, как... ну это как... просто поиграли. Это так же, как и Мармок делает, он же тоже, допустим, с Джоханом, они там или с кем-нибудь ещё вместе играют, он вырезает самые такие интересные моменты и делает. Ну да, да, логично получается.